музыка внутри человека. Это вот композиторская концепция, которая превалирует сейчас вот, ну, в западноевропейском сознании. Вообще, поскольку происходит такая глобализация, то она имеет очень широкое распространение. И вот другая, более древняя эта концепция, которая рассматривает музыку как нечто внеположное, как некий поток, который существует вне и помимо человека, и в который человек может так или иначе вступить. Минимализм архаический. То есть если мы возьмем архаический фольклор, если мы возьмем буддийские мантры, если мы возьмем григорианский хорал, если мы возьмем византийское осьмогласие, то практически все это и есть минимализм. То есть минимализм – это естественное состояние музыки. И можно даже так сказать, что минимализм – это океан, а вот не минималистическая музыка, вот композиторская музыка, та, которая сейчас звучит, это малюсенький островок вот в этом безбрежном океане минимализма, и современного, и архаического. То есть можно сказать, что минимализм – это естественное состояние музыки.